Друзья, всем привет! Я нахожусь в Варшаве, в отеле Sheraton Grand Warszawa. Это 5 звезд. И сейчас сделаю вам обзор номера. Дальше покажу завтрак и немного общих площадей. Подписывайтесь на мой канал, если вы еще этого не сделали, так как я часто публикую новые обзоры отелей. Сейчас я нахожусь в номере. Вот он. И первый раз в жизни мы спали на двух разных кроватях с мужем, потому что нам сделали раннее заселение, и потом нам уже было неудобно менять номер, то есть так мы эту ночь переночевали. Обычно я делаю обзор, когда мы только заселяемся, сегодня мы наоборот выселяемся и захожу в санузел. Видим шампунь, гель для душа и кондиционер для волос вот в таких дозаторах. Полотенце есть. Вчера в течение дня нам принесли еще воды и поменяли полотенца, мыло, шапочки, что еще, ватные диски, все есть. И был лосьон для тела. Есть увеличительное зеркало. Вторая зона. И есть весы. И вот с этой стороны заходим в номер. Есть утюг, гладильная доска, тапочки. Давайте я покажу. Вот они, тапочки. Халаты. Халатами я не пользовалась. Открываем. Ну, я и не супруг. Вот они так и висят. Гладильная доска. Закрываем. Что удивило, я не нашла ложку для обуви. Но не стали мы звонить. Думаю, ладно, перебьемся и так. Сейф есть. Там, по-моему, есть набор для шитья. Да, и щетка для одежды. Ну, вот щетка для одежды такая вот. Потрепанная. Больше ничего нет в этом шкафу. Утюг я показала. Вот фен. Воды нам давали достаточно. Вот она в стеклянных бутылках. Плюс мы еще сами покупали. Упаковываем вещи. Так, мини-бар тут пустой. Давайте тоже покажу. Где тут у нас вот. Не заполнен. Так, и вот ящички. Телевизор мы тоже не включали, фен работает хорошо, Wi-Fi есть, работает тоже хорошо. Такая вот зона, кушетка, чай, кофе. Мы ничем этим не пользуемся. Такие стаканчики, чай, кофе. Внизу, когда завтрак еще закрыт, стоят маффины, и на стойке ресепшн можно сделать с собой кофе. Такой вид у нас из окна. Мы находимся прямо в центре Варшавы. Вот за этим домом базилика находится. И рядом новотель, вокзалы, Старбаксы, Луи Виттоны, бутики. Все в этой зоне. Хочется добавить, что персонал доброжелательный, приветливый. Я читала отзывы. Вернее, не я, а супруг мне сказал, что отзывы не очень. А вроде бы бывает хамское отношение. Мы с этим не столкнулись от слова совсем. Нам сотрудники помогли, купили билеты на концерт Эда Ширана. Все нам сделали, предоставили билеты. И мы вчера посетили этот концерт. Отель хороший, советую. Sheraton, приезжайте. Подписывайтесь на канал. Спасибо, что...